Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Вячеслав, фамилия моя Демидов. Я являюсь основателем и учредителем нашей прекрасной компании «Армель». И сегодня в своем видеопослании, в своем видеообращении я хотел бы прежде всего поблагодарить каждого из вас за то доверие, которое вы оказали, приняв решение стать участником нашего проекта. Спасибо вам большое. И, конечно же, пользуясь случаем, я хотел бы сделать официальное приглашение каждому человеку, который сейчас смотрит это видео, принять решение и посетить мероприятие, которое пройдет 22 октября в городе Москва. Это мероприятие премиум, на котором мы по нашей традиции ежегодно будем праздновать день рождения компании. Я больше чем убежден, что это мероприятие, оно даст прежде всего вам силу. Сила, которая поможет поднять ваш бизнес на высокий уровень, высокие квалификации и, соответственно, высокие доходы, которые в перспективе позволят вам реализовать ваши желания, ваши мечты. И благодаря тому, что вы получите сильное, мощное обучение от квалифицированных партнеров, от тех гостей, VIP-гостей, которых мы приглашаем на это мероприятие, у вас родится новое видение, да, придет правильное осознание этого бизнеса, индустрии в целом, и вы сможете принимать для себя правильные, взвешенные решения, каким образом вы будете двигаться по жизни вместе с этим бизнесом. И я знаю, что многие из вас даже смогут пересмотреть свои силы, пересмотреть свои цели и поставить новые планки для их достижения. Я вас приглашаю, друзья, будьте в центре событий нашего мероприятия и всего того, что будет там происходить. Помимо того, что будет много яркого шоу и различных эмоций, вы получите самое важное. Вы получите убежденность, которая является самым мощным инструментом для развития бизнеса. Естественно, мы поделимся и некоторыми новостями, над которыми мы сегодня работаем. Вы услышите о новых направлениях нашего проекта и, конечно же, о запуске новой продукции. Да? Очень много сюрпризов вас ожидает. Я знаю, что каждый человек, который посетит наше мероприятие, он будет вдохновлен на новые победы. И поэтому приезжайте сами, приглашайте с собой новых партнеров. И если ты еще не принял решение, то делай сегодня именно это, да, именно принимай решение. Знаешь, успешный человек – это тот человек, который умеет первое принимать решение, и он всегда находится там, где что-то происходит. Я хочу сказать, что мы с вами сегодня пишем историю. Историю красивой, мощной, яркой компании по имени Армель. И вместе с этой историей вы сможете двигаться по жизни, вы будете рассказывать об этом другим людям, вы будете рассказывать об этом даже своим детям, как все начиналось, как все происходило на ваших глазах, и вы стали непосредственным участником этого грандиозного проекта, который сегодня стартует на пространстве Российской Федерации и не только, да? Но об этом мы поговорим уже в Москве немножечко позже. Спасибо большое еще раз каждому человеку, который присоединился к нам. Каждому человеку, который, возможно, даже не постесняюсь этого сказать, сделал ставку на нашу компанию, потому что она несет в себе просто потрясающий потенциал. И очень скоро вы в этом еще сильнее убедитесь. 22 октября 2016 года я вас всех жду в Москве. Спасибо большое. До встречи в Москве.